исход граждан. Свои вопросы главе и его заместителям задали жители Черемушек. Народная ипотека. Чтобы купить квартиру с государственной помощью, не нужно быть льготником. По просьбам жителей, конечную остановку маршрута номер 28 переносят в Старую Станицу. Смотрите программу «Новости» по будням в 19 часов, повторы в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте городармавир.ру.